Ну что, этому городу нужен новый супергерой! Эй, вы, если вы хотите узнать, что я буду тут делать? Да, конечно же, мы хотим, супергерой. Что же ты будешь делать? Тогда поставьте лайк за 3 секунды! Хорошо, друзья, поставите лайк прямо сейчас, да? Я же знаю, вы поставите. Конечно, поставят, потому что эта игра очень интересная. Давайте, друзья, раз, два, три! Я за себя посчитал, извини. Давайте, друзья, поставьте лайк. И мы покажем, что же способен этот супергерой в этом городе. Посмотрите, что у нас есть. Мы можем стрелять лазером. Также мы можем летать, Карл. Посмотрите, это реально супергерой настоящий. И также мы можем ударить ногой. Но у нас есть выносливость, жизнь и так далее. А давайте попробуем. Давай попробуем сейчас стрельнуть, например, лазером того чувака. Ну-ка. Вау! Ну-ка. Что она делает? Что? Я пришла сюда, не знаю зачем. Ну, короче, вали отсюда, слышишь? Да! Вау! Что это было? Ё-моё! Сори, друзья, это была какая-то дичь. Офигеть! Запомните, в реальной жизни так не делайте, это всего лишь игра. В развлекательных целях. Погнали! Сейчас мы сделаем какое-то задание. Patrol the block. Ага. Короче, нам дали какое-то задание, я не знаю какое, но мы пойдем сейчас полетим, знаете куда? Вот сюда! Нужно летать. Я это люблю. Ну, конечно, ты любишь, давай летай. Молодец! Отлично сработано! Да, хорошо. Теперь наверх нужно, да, на крышу? Вау, друзьяшки, сейчас посмотрим, как выглядит с птичьего полета этот город. Так что, ставьте лайк. Ну что, еще поставили лайк, что ли? Не-не-не, поставили, извини, в супергород поставили, мы твоей игре поставили лайк. А, ну все, хорошо, полетели дальше. А, ну ты даешь, интересный такой, интересный чувак, конечно же. Ну да, интересный. О, внутри голос. Здорово. Ну а что, что вы тут делаете? Я показываю эту игру Адорчику и его подписчикам. А, ну да, короче. Мы должны что-то сделать, что мы сделали. Ё-моё. Чё это такое? Что? Что это было? Ну посмотрите, друзья. Какой офигенный город. Это Графинрик. Прикольная, прорисовка классная. Я даже не ожидал. Можем быстрее летать, кстати. Типа, знаете, ускоряться. И тут есть какая-то еще одна. Давайте подобрали. Эй. Эй, я слышу что-то. Что ты там слышишь? Подожди. Что он там слышит? О-о-о. Там что-то происходит или что? Ну-ка, давай. Yes. И на эту точку. Это кто такая? Ты кто такая, слышишь? Нет, не плачь. Леди, что за проблемы? Я... меня украл какой-то вор. Блин, не знаю, что делать. У меня там был телефон. Не волнуйся, я его спасу и найду. Давай, быстрее. Хорошо. Сейчас мы спасем эту девушку, точнее, ее телефон и сумку. Так, и кто же это украл? Что за робер? Ну-ка. Эй, ты! А ну-ка сюда при... Я сейчас тебя накостыляю. Ну-ка, верни телефон, леди. Так. Вау, это... А, залагала игра. Только... Только мы хотели пройти игру. Отлично. Вроде бы нормально. Ну-ка, чувак, а чё ты стоишь? Нормально все с тобой? Да, конечно, нормально. Чё ты? Чё ты хочешь от меня, слышь? Так, чувачело, извини, но я сделаю вот так. Вау! И снова залагал. Ну, посмотрите, какой кадр. Прям с глаз, да? Вот это супер-херо, друзья. Я в шоке, конечно. Ну да, опять залагал. Я не знаю, почему. Конечно же, ищу маги в играх. У меня это получается. А ну-ка, давайте посмотрим, что за трафик. Давай, тачуля. Вау! Чего они вышли? Вау! Что это было? Они с автоматом убежали? Они забоялись? Серьезно? Ну ладно, тогда я сяду в тачку. Ну, садись. А, отлично. Надеюсь, не залагает? Нет, вроде бы не лагает. Посмотрите, друзья. Офигеть. То есть тут можно управлять? А, не знаю, что я делаю. Просто поедем. Так. Хорошо. Тупо поворачиваем налево. Но ездить тут прикольно, хочу вам сказать. Куда я еду, я не знаю, я просто поворачиваю налево. Потому что управление... Сквозь машины прошел? Чё за дичь произошла? Оу! Оу! Чё это было? Твою дивизию! Так, поехали. Нам нужно просто ехать. Надеюсь, я дерево не сломал? Не, нормально.
О, нет, все крушим, все рушим. О, поворачивает нормально. Что такое? Что за тачка странная? Ну-ка выйди. Ну и вообще нафиг эту тачку. Держи! Нифига себе! Насколько у нас жесткая суперсила. Кстати, секретный комментарий, друзья. Какую вы суперсилу хотели бы иметь? Ау! Ты чего, слышишь? Это что, он нарочно сделал это? Ну-ка подожди. Я так не отставлю, не оставлю это просто так. Давай ты сюда при... Ну-ка. Это... Нормально вообще, нет? То, что он... А, все, у меня нет энергии. Но я это не оставлю. Ты нарочно на меня напал, да? На тебе! Оу! На тебя столб упал! Но я это не оставлю все равно. Тюм! А, блин, а как там было? Типа, знаете, летишь, летишь, можно как-то врезаться или что? Ты куда поехал, таксист? А ну-ка! Где твоя толерантность, твоя вежливость? Почему ты, блин, на меня напал вообще так? На меня наехал, слышишь? Чувак, вылезай давай! Не хочу не вылезать! Не-не! Ау! Что? Он победил меня? В этом бою! Ха-ха! Офигеть! Так, где мы появились? Ну ничего, супергерои никогда не сдаются. Хоспитал! Давайте посмотрим теперь вообще, что за это город. Довольно-таки прикольный, да? Согласны? Смотрите, мы можем стрелять. На, машину. Ага. Прикольно. Давайте полетим. Полетим прямо сейчас. Я хочу глянуть вообще с птичьего полета, как выглядит полностью карта. Смотрите, тут у нас есть карта же, кстати, да? Ну-ка. Да, есть карта. Вау, какая она огромная, твою ж дивизию. Ну, не сказал бы, что прям огромная, супер. Но мы полетим, знаете, куда? Мы полетим. Военную базу. Так, поехали. Поехали. Посмотрите. Посмотрите, вот. Вот эта игра, да. Вот эта игра довольно-таки прикольная. То есть, графандрик. Все как бы соответствует, согласны? Вот, вы смотрите, трафик ходит, люди ходят. А какие тут люди? Ну-ка, давайте глянем сейчас. Потом сразу же полетим в этот. Ну-ка. Вау! Йоу! Чувачела, прости! Ну-ка. А если мы попробуем сделать вот так? Чувак. На! Еще вот так вот. Пиу! О, блин! Это было круто! Ну-ка, давай тачка. Смотрите, мы можем... Кто мне стреляет? А! Ты... Что? Это что он меня стрелял? Я не понял, подожди. Ты что, офигел, что ли? Кстати, мы можем, смотрите, назад летит и стрелять. Назад летит и стрелять, друзья. Это же офигенно, согласны? Давайте заберем денежку. Давай, забирай. Кстати, взорвется, нет? Не, не взрывается, да? Хотя это вроде бы как этот... как называется, заправочка, но... Что-то не, не опасно, значит. Смотрите, тачку можем мыть туда. Офигеть. Полицай приехала. А, у меня одна звезда. Чувак, хочешь проблем? Извини. Ай, блин, это прикольно, слушайте. Извини. Ладно, полетели отсюда. Одна звезда пока что, это хорошо. Так. Смотрите, вот этот городок мне нравится. Вот я бы хотел бы тут жить. Так, машина. Давай мы сделаем вот так вот. Что-то прям руки тешутся. На. Еще раз мы сделаем вот так. Вау. Офигеть. Ладно, улетаем, улетаем, улетаем. Чувак, что ты там, гуляешь, что ли? А, что это было? Набагнутая игра, конечно, ну ладно. Давайте глянем, друзья. Вот это вот, в таких домах я хотел бы жить, друзья, согласны? Напишите в комментариях, вы хотели бы в таких домах, либо вы в небоскребах хотели бы жить. В вот таких домах я хотел бы, смотрите, как красиво тут, прикольно, классно, довольно-таки. И, в принципе, о, я что-то вижу. Ну-ка, что это такое? Что это? Что это? Эмо? А зачем мне эмо, интересно? А, у меня еще такое оружие есть, лянь. Окей, окей, окей. Но я как истинный супергерой. Для меня оружие не интересно. Так, кстати, вы знали, что мы можем вот так сделать, смотрите. Вот так вот собираем полностью наверх, собираем энергию. И вниз вот так вот. Пам! А, что? Что это было? Что это было? А как еще тогда? На. Ну ладно, хорошо. Вы ничего не видели, друзья. Короче, вот тут дома. Да. Супергерой называется. Ну-ка! Оу! Подожди! Это что такое? Смотрите.
Это колесо обозрения. Пляж еще есть. На пляжу отдыхают люди. Прикольно. Но тут какие-то странные люди. Как-то ходят странно, смотрите. Эй, что ты хочешь от меня? Пошел вон. Я самый борзый на районе. А, видишь, какая у меня стойка. А, на тебе твоя стойка. Все, мир, твоя стойка. А это кто? Такие старики, да? Одни только, да? Как будто. Че, он курит, что ли? Курить нельзя, вредно. Зачем ты куришь? Оу, того задело. Как задело того, не знаю. Пиу. Були. Что это були, не знаю. Ладно. Полетели. Полетели на колесо обозрения. Вот мне интересно, она вообще работает или нет. Ну, город такой прям супер небольшой, да, я хотел бы сказать. Прям ничего такого примечательного. Но город прикольный, мне нравится. Так, смотрите, эти штуки нужно скидывать их. А они находятся тут. Сейчас прямо это сделаем. И заберемся потом. А вы знаете куда? Так, а что это такое? О! О-о-о! Это как лут! Друзья, это же лут! То есть лут это как бы якобы предметы, да? Которые нам нужны. Что это такое лежит? Эмо? Нет, это не эмо, это шлем какой-то. Прикольно. На этом все, друзья. С вами был я, Игрокотор. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Если вы хотите продолжение таких вот прикольных игр, супергероев и так далее, симуляторов, пишите комментарии, гоу продолжение. И, кстати, напишите в комментарии, что бы вы хотели иметь, из какой суперспособности хотели бы иметь из этих всех супергероев. Пишите прямо сейчас в комментарии. С вами был я, Игрокотор. Всем удачи, всем добра, всем спасибо, всего хорошо. Ау! Всем пока.